Отпустили их по команде главного следователя Украины Василя Вовка. И на эту тему я написал господину Наливайченко бумагу о том, что это происходит, и попросил в установленный срок проинформировать меня, что произошло. Ничего не произошло. Очевидно, это их люди. Я долго готовил материалы по товарищу Вовку и его деятельности, но скажу вам самую неприятную вещь. Трое из тех задержанных, которые были задержаны, пытались касаться какими-то там пришельцами, да, с других стран. На самом деле там было два гражданина Украины, один гражданин России. Они были в вышиванках. Сначала они представлялись представителями компании 1+1, потом оказалась какая-то другая общественная организация. Один из них отпущенных, копия, похож на фоторобот убийцы Бузины. Просто копия. Я официально заявляю вам сегодня, что я готов дать эти показания, что это копия этого человека. И пусть теперь разбирается наша служба безопасности и Генеральная прокуратура.